Всем привет! С вами опять Фигутос Провоз и мой новый видос. И в прошлом видео я пока молчу. Я попозже о нем скажу, может быть, не скажу, потому что это пока секрет. И сегодня я снимаю этот ролик, посвященный моей игре на укулеле. Вот. Она вполне маленькая гитарка. Это не то, что там огромная гитара. Она маленькая. Сейчас вам покажу. Вот она вот такая, она вообще маленькая. Сейчас я попробую на ней что-то сыграть. Я знаю песню на ней «Кукушка», но когда я на ней играю, она очень громко играет. Но это она у меня просто еще не донастроена. Так. Вот настроена. Вот. И когда я пою, меня не слышно, потому что она очень звонкая. Я, конечно, стараюсь играть почище, но все равно... Это не очень получается. Ну, ладно, давайте я сыграю, просто сами будете выставлять, похоже это на песню «Кукушку» или нет. Кстати, укулеле звучит совсем по-другому, не как гитары, поэтому она более гавайская такая песенка. Ладно. Самой кукушки, потому что если ее играть, это затянется она очень долго. Я видела, что вам, наверное, не видно, что я играю. Средний стул у меня поднят на максимум. Я не знаю, как вам показать, что я на самом деле играю. И попробую как-нибудь вот как-то вот так. Надо что-то сейчас подложить. Так. Оно все равно не очень получается. Сейчас. А. Ну, будет. Все равно не очень видно. Ладно. Давайте подальше. Пойдем сюда. Там загораживаю. Еще песню вроде лай-лай-лай. Лай-лай. Лай-лай-лай-лай. И там что-то. Прощай, мы расстаемся навсегда. Серым снегом января. Прощай, прощай, прощай. И ничего не обещай, и ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, пустое небо посмотри. Ну, что-то типа того. Я много песен знаю. Я много... Как-нибудь я проведу песни, которые мне нравятся на канале. Может быть, когда-нибудь я сделаю прямую трансляцию, но только когда наберется 15 подписчиков. Уже я привлекаю своих друзей. Может быть, они смотрят сейчас это видео. Я не знаю. Сегодня был очень насыщенный день, я очень устала. Но мне все хочется играть, хочется активничать. Это мое второе видео за день. Первое, я надеюсь, вы еще увидите. Я думаю, я его назову Fashion Scav. Может быть, когда вы посмотрите это видео, вы поймете, к чему это. Так, не то. На этой прекрасной ноте. Все подписывайтесь, ставьте лайки и до следующего видео. Всем пока!